Что означает 16-20 и 21-25 на упаковках наших креветок? Это количество креветок, содержащихся в одном фунте. У нас закрытая упаковка. Сейчас на ваших глазах мы вскроем ее и посчитаем точное количество креветок. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 22 креветки в упаковке. В одном фунте 453 грамма, в нашей упаковке 500 грамм, поэтому креветок оказалось больше. Теперь вам будет проще подобрать или рассчитать необходимое количество креветок.